Я, полковник внутренней службы в отставке, Завадский Василий Иванович, обращаюсь к вам, люди погона. Наша страна, наш белорусский народ переживают в эти дни переломный период своей истории. Люди устали от постоянной лжи, от беззакония, от унижений и громко и ясно заявляют, что хотят людьми зваться. Люди устали от страха и преодолели его. Мы, люди в погонах, часть нашего белорусского народа, но особая его часть. Мы клялись верой и правдой служить народу и защищать его от беззакония, от внутренних и внешних угроз. Защищать именно народ, но не преступников у власти. Мы прекрасно понимаем, что и в период выборов, и сегодня абсолютное большинство наших граждан действует в рамках закона. Нарушают закон как раз представители власти, члены избирательных комиссий, сотрудники силовых структур. От правящей верхушки не требовалось никаких подвигов, никаких экстраординарных действий. Достаточно было всего лишь провести выборы по закону. Но они превратили это обычное для любой нормальной страны мероприятие – военные действия. Военные действия против народа Республики Беларусь. Сегодня изживший себя режим пытается использовать нас для достижения главной его цели – удержания власти любой ценой. Мы все умные люди и хорошо понимаем, что если даже режиму удастся удержаться в эти дни, в скором времени он все равно рухнет под грузом экономических и социальных проблем. Для всех очевидно, что режим утратил всякую поддержку в обществе. В такой ситуации я призываю людей в погонах не выполнять незаконные приказы и не принуждать к этому подчиненных. Я предлагаю каждому, для кого слова «закон», «честь», «достоинство» не пустые звуки, сегодня или в ближайшие дни написать рапорты об увольнении со службы по любому приемлемому для вас основанию. Сотрудники и военнослужащие, которые будут уволены сегодня или в ближайшие дни, и которые не запятнали себя преступными действиями против мирных граждан, могут твердо рассчитывать, что после перемены власти желающие будут восстановлены на службе с хорошими служебными и карьерными перспективами. Особое обращение к офицерам, руководителям любого уровня. Покажите пример уважения закона, чести и достоинства своим подчиненным. Сотрудники и военнослужащие, которые продолжат выполнение незаконных приказов, которые будут бороться с собственным мирно протестующим народом, опозорят себя и свои семьи и могут быть уволены со службы по компрометирующим основаниям и привлечены к ответственности. Выбор ясен и прост. Выбор за нами. Проявим спокойствие, мудрость и мужество. Действуем по закону и по совести.